Всем привет! Заходила я сегодня в Fix Price, очень соскучилась по нему. Ну, в общем, решила зайти. Закончились вкусняшки, думаю, надо что-нибудь прикупить, чтобы дома было. И давайте покажу вам все свои покупочки. Ну, конечно, я сегодня сделала вывод, что меньше 1000 Fix Price брать даже не стоит с собой. И нечего делать с меньшими деньгами там. Так, первое, что купила, вот такой вот коврик преддверный. Они уже давно продаются в фикс-прайсе. Кстати, думала, что, ну, скорее всего, наверное, повысили цену до 200 рублей. Но нет, так и осталось 99, по крайней мере, здесь. Сейчас посмотрим в чеке. Да, 99. Воняет он резиной, конечно. 40 на 60. Я взяла черный. На улице очень грязно. Поэтому у меня нету коврика преддверного. Решила сделать сейчас, тем более снег уже мокрый. Сегодня вообще ужас какой-то просто на улице. Целый день идет мокрый снег, каша. Ну, пока еще тепло, но на ночь уже 15 градусов передают. Я его уберу сейчас. Нечего ему делать на столе. Воняет, конечно, жутко он резиной, но я думаю, ладно, ничего страшного. В коридоре там никто этот запах не учует. Так. Заканчивается у меня освежитель. Я взяла вот такой вот фрешенер, или как, Air Freshener называется. Понравился мне. У меня мандарины и гордения. Я решила взять еще вот такой вот кашемир и шелк, попробовать свежий аромат. Ну, кстати, чем пахнет? Ну, у них такие нежные ароматы. Не очень хорошо перебивают неприятные запахи, большой расход получается. Ну, водных я там вообще не наблюдала уже давно. Почему-то их как-то вот разобрали, больше не привозят, что ли. Ну, в общем, не очень большой выбор был, поэтому взяла такой. Следующее. Кстати, очень много новинок вообще. Просто глаза разбегаются. Где бы взять только столько денег? Я купила вот такую вот маску бальзам для волос. Это у нас с экстрактом красного перца. Только вчера видела в пустых баночках у Яночки, канал Пушьяна. Ян, привет тебе! Очень все ее хвалят. Яна в том числе, и Светлана 1983 тоже постоянно ее раньше показывала. Ну, все в расстройстве, что фикс прайс больше не привозят. И вот в обновленном уже дизайне. Это у нас Фрати Лабораторис, фирма Фрати Шоп. Завезли фикс прайс по 77 рублей. Так, здесь наклейки нет. Огромный объем 500 миллилитров. Я не могла не взять. Вообще просто супер. Очень хвалят эту маску. Так что, девчонки, кто ждал и не знал, где купить, бегите. Я думаю, что это та же самая маска. Вообще, смотрю, очень много новинок косметических, очень много. Прям и Green Mama там была, и еще от вот этой вот фирмы, Сейда, или как она называется, тоже появились новиночки. Жидкое мыло. У меня это с ароматом цветущей сакуры. Очень оно, конечно, жидкое, но здесь и объем большой. Так, кстати, от зеленой аптеки тоже много было новинок, там какие-то кремы для лица. Но мне это все не надо. Так, 500 миллилитров. Какая-то она жирная бутылка, не знаю почему. Сейчас понюхаю аромат. Слушайте, у меня тут такой фан стоит от этого коврика и плюс еще освежитель. Ой, пахнет, кстати, вообще классно, какими-то карамельками, что ли, вишневыми. Мне очень понравилось. Было еще зелененькое, по-моему, жасмин, что ли, точно не помню, или зеленый чай. Ну, попользуемся, посмотрим. Мыло жидкое быстро расходуется, поэтому, кстати, от этой же марки тоже были в больших банках маски для волос по 77 рублей. Ну, так как у меня этого добра очень много всего, поэтому я не стала сильно набирать, потому что цены, как вы видите, тоже как бы 77 до 99. Также купила себе вот такой вот блокнотик, тоже уже видела в новинках у кого-то. Ну, я, наверное, больше недели не была в фикс прайсе.
был, наверное, завоз, и вот этих вот блокнотов уже там 3 или 4 штуки оставалось. И то вот этот вот я уже... Я вообще их как бы два было с совой, еще тоже с каким-то фламинго, ну, бледненький такой. Думала один из них взять, но потом решила покопаться. Там, как всегда, свалка, все навалено. В общем, выкопала еще вот такой вот блокнот себе. Обложка такая под кожзам. Ну, прикольно. Мне нравится такой принт. Розы, фламинго и вот эти вот полосочки черно-белые. Крупная клетка светлая. Ну, в принципе, удобно так, я думаю, будет писать в нем. Закладочка тут есть. 99 рублей. Он стоил 80 листов. Фантазия. Хороший блокнотик, думаю, практичный такой. Классно. Так, все, остальное у меня здесь уже еда. Взяла два чая вот таких вот. Незаслуженно они стояли прям в самом-самом углу, и то их уже как бы подразобрали так. Ну, пришлось тоже вытаскивать. Черный чай с шиповником и яблоком. Это у нас майский чай, цена 77 рублей. Вообще классно, мне нравится майский чай, он хороший по качеству. Не знаю, себе или на подарки, ну, хочу вот набрать, наверное, ну, не за раз, так постепенно, к Новому году. Думаю, также коллегам подарить на работе, очень приятно. Красивые баночки, чай все пьют, поэтому, я думаю, это актуальный подарок. Также вот моя бабушка любит тоже такие чаи, поэтому я, наверное, ей тоже возьму на Новый год. Так, черный чай с шиповником и яблоком. Где здесь у нас информация, сколько же здесь грамм? Что-то я не вижу. Ну ладно. Ну, в общем-то, рассыпной мы сами и не завариваем чай дома. Но муж берет на работу, у него такое ситечко. Я вот думаю, домой, может быть, тоже купить такое ситечко. Ну, чтобы один раз на чашку заварить. И хорош, потому что чайник завариваешь, ну, два раза, может, если попьешь в день, то хорошо. А на следующий день я уже не люблю заварку. И второй черный чай с мятой и малиной. Ну, это вообще, наверное, будет классно. Здесь все запечатано. Подозреваю, что, наверное, скорее всего, эти баночки я оставлю себе, а потом еще прикуплю. Здесь все на скотче заклеено, потому что я очень люблю всякие чаи с добавками. Ну да, что-то маленько пахнет. Красота, в общем, красота. Чтоб с новогодними бы выпустили дизайнами. Тоже было бы здорово. Так, что еще я купила? Взяла сок яблоко, персик, сады придонья литровый. Хорошо, что он всегда есть в фикс-прайсе, поэтому с удовольствием его беру. Хороший сок. Недавно в магните посмотрела. У меня чуть глаз не выпал. 93 рубля. Это вообще кошмар. Так что в фикс прайсе хоть все и дорожает, но все равно дешевле, чем в других магазинах. Также взяла свои любимые коктейли. Молочная речка, ириска, банан, клубника со сливками и ванильное мороженое. Люблю их. Вот. Мужу повезло в этот раз. Были батончики. Вот взяла ему три с ванилью и три с кокосом. Ну, будет хоть отмазка, что ходила в фикс-прайс за батончиками. Вот. Так. Дальше. Понравилось нам вот это вот желе, но именно с персиками. Потому что здесь есть кусочки персиков. Смотрите, классно вообще. У меня муж тоже очень любит такие желешки. А вишню, по-моему, я брала. Ну, там более такие химозные. Но здесь, конечно, тоже чувствуется, что краситель. Но все равно персики настоящие, поэтому... Можно иногда побаловаться такими вкусняшками. Дальше взяла арахис, какао давно не брала. Тут как-то сидела, тут захотелось очень. Вспомнила, что надо купить. Так, ну и паштет шпротный тоже давно не брала. Очень нравится он такой подкопченый. Да, из кильки и салаки горячего копчения или подсушенный. Хороший паштет, по ГОСТу сделанный, очень вкусный, дешевый. Потом чак-чак один взяла маленький и жвачку Ментос. Так, давайте чек. Быстренько пробежимся. Сок 55.
Чак-чак 11, какой-то чек другой, или у них на разных кассах такие чеки. Батончики, слава богу, не подорожали, 25-50. Паштет также 17. Молочные речки, я уже говорила, чуть-чуть подорожали, 18-30. Чаи по 77, дрожжи, арахис 55. Желе по 25-50. Так, ментос 17. Ментос, кстати, тоже... магните стоит, по-моему, 25 или 27 рублей. Так, блокнот 99, мыло 55, коврик 99, освежитель 55, маска для волос 77. Вот 977 рублей того вышло. Вот такие вот были у меня покупочки. Очень я рада маске для волос, чаю и блокнотику. Ну, остальное, в принципе, обычные мои покупки. Все, всем спасибо за внимание. Всем до новых встреч. Пока-пока.